Всем привет! Меня зовут Валерий Иванов, и сейчас я нахожусь на Сицилии, в очередной раз на Сицилии, в городе Палермо. Родина мафии, все знают, наверное, этот город, все смотрели «Крестного отца» или читали Марио Пьюза, знают, кто такой Аль Пачино, Марлон Брандо, и наверняка смотрели обе части «Крестного отца». И вот я здесь, на родине, всех этих событий, которые происходили много лет назад, и которые оставили такой шикарный след. Чем я занимаюсь сегодня? Я путешествую по Палермо, по Сицилии. Наш корабль пришвартовался в порту Палермо, и весь день мы проведем в этом замечательном городе. Мы уже проехали на экскурсии, купили экскурсионный тур и проехали по городу. Я выбрал свое место здесь. Театр Массимо называется, театр Джузеппе Верди. Театр, построенный благодаря Джузеппе Верди. Архитектура его и очень интересно. Архитектура и внутри, и снаружи. Нам экскурсовод рассказывал какие-то совершенно удивительные вещи, касающиеся акустики самого театра. Если не вдаваться в технические подробности, а просто смотреть и любоваться этой красотой, то видно, насколько великолепно здесь все построено, как красиво, как тут чисто, как здорово. Замечательные итальянцы, как всегда, великолепный, божественный кофе, который мы нашли в ближайшей кофейне. Попили кофейку, взбодрились и пошли гулять снова. Следующая остановка нашего лайнера будет, по-моему, Марсель, Франция. К чему я все это говорю? Тот проект, в котором я начал работать несколько месяцев назад, который называется GoFun Rewards, очень скоро позволит путешествовать не только мне, не только всей нашей команде, но и тем людям, которые захотят работать с нами и жить таким жизненным стилем, каким живем мы. Если ты хочешь жить так, как живу я, так, как живут мои друзья, мои партнеры, так, как живет вся наша команда, напиши мне в Skype, позвони, пообщаемся, я дам тебе учебный материал, расскажу, как работает проект GoFun Rewards, как можно жить великолепным жизненным стилем, путешествуя по разным странам, по городам, несколько раз в году и всегда оставаясь в гуще тех интересных событий, которые происходят со всеми нами. Всем привет, с вами был Валерий Иванов, очередное видео из Палермо. Пока!